Спасибо, Кирилл. Все остальное слышим мы сами. Сейчас мы боремся с педофилией, потому что, вы знаете, у страны вдруг внезапно возникли почвы педофилов, да? И вот не знаю, куда от них прорваться, потому что я чувствую себя малышом, которого взрослый дядя. В общем, я ехал в метро и увидел однажды рекламу такую: «Попроси маму, чтобы она купила тебе бананы и персики». Следующая песня вот именно об этом. Мы собираемся послать запись сегодняшнего выступления в Госдуму. Пусть там наконец примут закон, запрещающий бананы и персики. И персики, удивительный случай. Бананы и персики, что может быть лучше? Сладкое, терпкое, изумления близки. Смотри, не спутай бананы и персики. Бананы и персики, твой фруктовый каприз. Бананы и персики, сверху вниз, сверху вниз. Сенсации, имят скрипку смычки. Смотри, не спутай бананы, персики. Сенсации, или скрипку